Каждый день в нашу редакцию приходят неравнодушные люди и приносят подарки для детей. В акции участвуют благотворители со стажем. Один из таких – Рамиз Зиганшин. Я уже с 10-го года провожу подарки на НТР. Так знаю, что вы тут выделяете Дед Мороза и Снегурочку, которые ходят в детский дом и их поздравляют и дарят им подарки. И как это узнал в 10-м году, по телевидению, по радио каждый год стараюсь привезти подарки, чтобы такими, как моим же детям, Дед Мороз подарил подарки. Есть люди, которые участвуют в акции впервые, помогают, чем могут. Рахима Газизова своими руками связала для маленьких детей теплые носки и варежки. От себя, от души, от сердца хотела какой-то ребенка помочь, чтобы пусть мою легкую вязание пусть одевает ребенок и скажет: «Ой, бабушка, спасибо, сама вязала», скажет. Украшения для девочек и гигиенические наборы для мальчиков сегодня принесли в нашу редакцию сотрудники ВТБ. Сотрудники ВТБ приняли участие в акции «Стань Дед Морозом». На собственные средства приобрели подарки, и чтобы ваша телерадиокомпания передали их детям. Амплуа добрых волшебников с удовольствием примеряют на себя дети. Учащиеся 8-й школы пришли с полными пакетами подарков. Их собирали всей школой. Мы, начиная с 1 по 11 класс, дети много, очень много собирали книг интересных, новых книг, так, канцтовары, игрушки. И вот мы сегодня принесли вот эту нашу помощь, нашей, то, что дети принесли, вот к вам, чтобы действительно обрадовать каких-то других детей. А вот семиклассники из 12-й школы пришли дружным классом. Несмотря на свой юный возраст, они понимают всю серьезность акции. Ведь Новый год должен быть у каждого ребенка. У всех детей должен быть праздник, и мы решили с классом собраться, подарить подарки всем детям, чтобы у всех было весело на душе в этот Новый год. Сейчас наша редакция больше напоминает закрома зимнего волшебника. Здесь игрушки, сладости. Все это перед Новым годом Дед Мороз НТР доставит героям акции, ребятам из детского дома, приюта «Балкыш», многодетных и малообеспеченных семей. Итогом этой акции станут сотни счастливых детей, которые получат настоящее новогоднее чудо. И все это благодаря вам, нашим добрым волшебникам. Регина Сулейманова, Максим Липин, Рафаэль Ракипов, Евгений Лазаев. Новости НТР.